Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Fellow Alloy. И мы продолжаем с вами путешествовать с нашим другом Ату. Впереди нас с вами ждет, я так полагаю, опять такое же приключение. Попытаться выжить. Потому что располагаются те же самые трубы, откуда будут появляться всякие роботы. Опа, хорошо. Давай, давай, друг, уходи. Тихо. Получили звездюлей. Ладно, давайте тогда выпьем маслица. Жалко, что он очень долго применяет это масло, эту охлаждающую жидкость. Какое-то время, когда противник, в принципе, тебя может спокойно уже, блин, здесь грохнуть. В общем, здесь-то получается больше ничего полезного нет. Ой-ой-ой, я забыл совсем, что ты тут лазишь, друг. Тихо, блин, получил звездюлей. Давай пей еще масло. Масла пипец надо много. Давай, иди сюда. Иди тоже сюда. Но. Тихо. Так, тут надо либо осторожненько спускаться. Да, спустился. Так, вроде как бы там я был. По-моему, был. Сейчас вспомнить надо будет. А нафига просто тут нужен был проход, я не помню. То ли тут бочки были, то ли чё. Ну, в общем, ладно. Мы там были. Фух, ну-с, начинаем. Сразу получил звездюлей. Молодец. Отлично. Нет, это не наш вариант абсолютно. Тут надо как-то успевать. И жидкость применять охлаждающую. Но, блин, я говорю, он применяет очень медленно. И очень медленно. Тихо-тихо. А то еще там получу звездюлей. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну давай, уходи, дружище. Опа. Вот тебе и чуть не получили звездюлей. Давай-давай-давай-давай. Отлично. Вот с этих так неплохо выпадает и монеток. И скоро, в принципе, уже будет у нас с вами уровень, друзья. Вот это уж точно. Ай-я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 й. Я со всеми все время забываю, что ты там ходишь. Отлично. У нас с вами уровень, я предлагаю нам прокачаться все-таки. Давайте подумаем. Увеличить объем масла в емкости. Это хорошо. А я могу все что угодно прокачать, мне вот интересно просто. Может, я не то качаю. Улучшенный резервуар для жидкого азота для действительно быстрого охлаждения. Позволяет выдержать очень высокую температуру. Улучшение труб для охлаждения жидкости. Тело может выдерживать более высокую температуру. Вот это вот полезная бы вещь. Mm.
Магнит для автоматического... Вот, кстати, тоже полезная вещь. Магнит для автоматического сбора. Попробуем в магнит. Могу прокачаться? Нет, не могу, потому что надо сначала здесь прокачать веточку. Немного улучшена система охлаждения. Ну, давай. А здесь у нас добавляет мощность вашим поршням. Это, конечно, хорошо тоже. Полезно было бы. Ну и чё, встал? Так, попытка номер два. Значит, получается, попадают здесь сразу эти. Куда же ты встал-то? В обратную сторону-то надо, друг мой, идти. Здорово. Да. Вот тут сложновато. Сложновато, очень сложновато. Попариться здесь, конечно, придется. Ого, как сильно. Потому что, блин, почему нельзя быстрого использовать жидкость охлаждающая, здоровье восполнить, это масло? Почему вот надо именно было сделать такую анимацию? Это же пипец как неудобно. Это очень неудобно. Так, надо подумать. Ай-яй-яй. Вот этого я не хотел, это и боялся. Да блин, ударь ты его. Вот и все. Это будет долгое мордобойство. Но закройся. Так, сначала жидкость. Так, 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 надо теперь... Отлично, молодец. Тихо, тихо, стоим, стоим, стоим вместе. Маслица. Маслица. Давай, наверное, сразу... Возьмем вот эту вот жидкость. Так, две осы. Еще две осы. Ух ты, ё-моё, подстава. Прыгаем. Тихо. Прыжок, 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 прыжок. Ё-моё, надо было маслица выпить.
прыжок. Ах ты, зараза, ну выпил же я масло. Просто пипец какой-то. Мы сейчас с вами только одну серию, только на этот уровень будем угробим. Это 100%. А дальше никуда не пройти. Везде все закрыто. Тихо. А то сейчас шандарахнет. Где нас парамаш и все. И пиши пропало. Нормально, пойдет. Это другой разговор. Тихо, он начинает пригреваться уже плохо. Да почему ты не достаешь-то, чудило ты, ё-моё. Почему не достает? Расстояние не меняется. Так, готовимся. А, блин, жидкость одна осталась. Давай, наверное, лучше такую жидкость. Лучше бы куда-нибудь там сделать сохраняшку. Ну, отлично. Хорошее начало. Еще маслом. Я реально сейчас себе на уровень накоплю. Фух. Так, у меня нет жидкости, осталось только последнее. Ага. Блин, мне как бы их... Во, одна вылетела, хорошо. Остываем, 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 остываем. Давай, наверное, еще масло хряпну. Здоровье было полное. Давай, лети. Эх, ты как вообще посмела ударить меня? Масло. Вот, по одному выцыганиваем. Да как ты попадаешь? Я же бью, кнопку нажимаю, блин, в конце-то концов. Что за бред какой-то? Еще пей масло. Да как ты? Как ты попадаешь, собака? Я не понимаю, блин, ну серьезно. Как? Как ты, псина, попадаешь по мне? Как ты имеешь право вообще попасть? Да блин, ударь ты в конце концов. Я хоть... Нет, я масло не успею выпить. Я не помню, откуда он потом начинает идти. А, блин, там же время. Ну, масло хоть можно хряпнуть. Тихо. Тихо, давай наверх. Давай. Бей. Нет, собака. Я понял свою ошибку. Бей. Бей. Давай до конца добежим. Соберем. Так, у меня еще два масла осталось. И все, да? Да что с вами не так-то, ну?
Фух. Перерыв. Перерыв. Так, по одной. По одной осе. Нет, я двоих сразу вызвал. Я вызвал сразу двоих. Фух, да ладно, неужели прошли? Полсерии мы с вами пытались это дело пройти. Я, наверное, половину повырезаю, потому что это, ну, смотреть на одно и то же. Это полная жесть. Фух, ну хотя бы есть сохраняшка. Восполнили свое здоровье. Так, подожди. Странно, ну-ка давай-ка. А, только вниз проход, да? Действительно, только проход вниз. Ну-ка, где моя карта? Сейчас, по идее, должно быть наверх. Так, это у нас что? Отлично, найден модуль рывка. Он позволяет выполнять короткий рывок. РТ, да? Я же говорю, прям Hollow Knight сплошной. Те же самые эти. Рывки, двойные прыжки, блин, да? Колба новая. Температура перегрева, температура перегрева. Не, мне бы вообще, по идее, скорость охлаждения тоже пригодилась бы. Надо ее зажимать, или он на какое-то определенное расстояние действует? Ну, тут не получается. Угу. Не, он сам на какое-то расстояние получается. Отлично. А нафига я так сделал? Зачем? Ну ладно. Нас сейчас научат, да? Угу. Хорошо. Фух, нам бы наверх сейчас выбраться, да? Не мешало бы. Так, но у меня ничего нет, да. Никакого модуля такого нет. Угу, сейчас. Вот с них прям реально очень хорошо выпадает все. Очень много. Было бы классно, если бы хотя бы на карте помечался знак дверей. Я реально не помню, где какая дверь. Вот куда мне потом идти и вспоминать? Так, стоп. А так мы, получается, вышли. Ну да, мы здесь были. Никакого модуля мы с вами не нашли. А, так мы с вами научились возможность летать. Все правильно. Все верно, мы с вами научились использовать рывок. Вот только я чувствую, что этот рывок мне там сейчас не поможет. Я прям что-то боюсь, что не поможет. Ну давайте попробуем. Да, не получилось. Но помогло. Не получилось, но помогло. Серьезно? Значит, мы с вами что-то должны получить. Новенькое, что позволяет такие вот укрытия либо взрывать, либо ломать. Хорошо. Ну достань ты до него.
Так, там сундук с монетками, это полезная вещь. Как так-то? Ну, экаешь, блин, ё-моё. Пей давай масло. Мне надо вернуться в магазин, если честно. Вот это вот 100% надо вернуться в магазин. И монеток много. Может, что прикупим? Зараза. Уже готовилась была этот шило свое ткнуть мне в ногу. Так, что это такое у нас? Ага. Это дополнительные бомбы, петарды. Ё-моё. Нормально прошло. Тихо. Я думал, он там один, но нифига. Еще дикая... Ух, их тут двое, оказывается. Вот это вообще подстава подстав. Все. Перерыв. Ладно. Блин, два это, конечно, круто. Ну, того почти добили. Ему осталось там пару ударов. Вообще один удар. Фух, так, масло используем. Осталось последнее масло. Надо какой-то сохраняшки, а потом до магазина. Мне бы какое-нибудь быстрое перемещение, если честно. Блин, а температура перегрева от этого тоже идет. Тихо, не взрывай. Еще куча петард. Зачем столько петард? Так, где моя карта? Ага, вон куда мы прошли. Но там, в принципе, ничего и нет уже. Какого рожна? Так, отдохнуть. Давай используем последнее масло. Масла вообще нет, да? Да, масло закончилось. Так, ну я могу сейчас туда перелететь. И хорошо, что так я и сделал. Это, конечно, тупичок. Так, отлично. Осталось только вспомнить, где его, где он применяется. Нифига не помню. То ли вот в большом месте, внизу в самом. А, эти два простые, мелкие. Мелкие не страшно. Так, а я, по-моему, здесь не был. Так, подожди. Все, понял.
Ну как ты, собака, задеваешь? Я же бью, нажимаю кнопку, постоянно у меня аж палец болит. Подожди, а как сюда мне забраться наверх? Может, бомбу использовать? Да куда ты ее использовал-то, ну? Вообще, по идее, да. Но почему-то он куда-то ее наверх закинул. Можно, друг, тебя тоже попытаться грохнуть. Тихо. Во, неплохо прям. Да как ты задеваешь, собака? Мы сейчас тут сейчас сдохну. Надо масло использовать. Куда? Куда? Подожди. Масло используй. Вот это другой разговор. Могу еще взять? Нет, больше не могу. Ну ладно. Фух. Пытаемся вернуться. Ой, ты куда, куда? Нормально. Так, попробуем сейчас вниз. Да. Дверь как раз отсюда. Картридж. А по карте это новое место. А мне все равно вариантов нет. Я до магазина буду... 3 года добираться. Подожди, а я, по-моему, вышел... А, нет, я здесь еще не был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я понял. Опасно с тобой. Опасно. Ой. Красный летит. Ай-яй-яй-яй, задевает. Все, масло последнее. Давай использовать петарды. Что-нибудь помощнее, давай. Ой-ой-ой, вот этот я использовал, блин. И я вышел, я молодец. Использовал все масло, все петарды. Красавчик. Где там это красное? Летишь? Летит. Да куда ты пьешь, собака, блин? Все, масла нет, я сейчас сдохну. Масла нет, я сейчас сдохну. А, неужели у нас нет масла вообще никакого? Нет масла, у нас только есть. Да не карту мне надо. Так-то, в принципе, неплохо. Надеюсь, он сейчас сдохнет. Не сдох. Это когда ж ты сдохнешь-то, ну? Аллилуйя. О, еще и мелкие. Так, все, с этим разобрались. Это все сломаем. Собрал хоть? Да, ты издеваешься. Не подпускай, не подпускай, не подпускай, не подпускай. Не вздумай. Масла нет, блин. Сдохнем сейчас. Отлично. Надо вниз спуститься.
Блин, ну... Сейчас, в принципе, можно и вниз поспускаться, не страшно. Это бесполезно. Полезно ничего здесь нет, ладно. Ты издеваешься? Офигеть, у меня 8 взрывов, и я вряд ли его убью. Надо запасаться. Ух, хорошо. Повезло-то как. В итоге я лез куда-то наверх, да? Нет, куда-то вправо, вернее, влево. Вот это вот хорошо. Еще петарды. Тихо-тихо-тихо-тихо, потихонечку. Сейчас, если дойдем до какой-нибудь сохраняшки, то будем, наверное, заканчивать на этом серию. Так, проход. Путь есть вниз. Блин, а я не смогу. Я с лифта и прыгать не могу. А вот в чем плохо. Тихо-тихо-тихо. Я уже не помню, я здесь был? Нет, я здесь... Стоп, здесь что, есть какая-то этот... Вот не могу ни налево, ни направо. Я вон там уже весь теку. С меня он масло льется. Не, должна быть где-то сохраняшка. Да. Отлично. Фух, друзья, мы с вами сохранились. Подлечились. До магазина пока не дошли. В итоге у нас здесь есть проход, да? И налево еще есть проход. Возможно, налево будет переход на вот эту вот карту. Возможно. Не факт, но возможно. Ладно, все это с вами будем проверять уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.